Добро пожаловать на канал Start Android. Сегодня на уроке 19 мы напишем приложение «Калькулятор». Мы попробуем написать простейший калькулятор, который берет два числа и проводит с ними операции сложения, вычитания, умножения или деления. Результат отображает в виде полного выражения. Создадим проект. Project name P0191 Simple Calculator. Откроем Main XML и нарисуем экран. Тут есть два поля ввода, 4 кнопки и текстовое поле для вывода. Обратите внимание на атрибут InputType для EditText. Он задает тип содержимого. Я указал NumberDecimal, то есть в поле получится ввести только цифры и запятую, буквы он не пропустит. Это удобно, не надо самому кодить различные проверки. Для TextView указан атрибут Gravity. Он указывает, как будет расположен текст в TextView. Не путайте с Layout Gravity, который отвечает за размещение TextView во ViewGroup. Теперь нам надо читать содержимое полей, определять, какую кнопку нажали и выводить нужный результат. Открываем Main Activity Java и пишем код. Думаю, все понятно по комментариям. Читаем значение, определяем кнопку, выполняем операцию и выводим в текстовое поле. Обработчиком нажатия на кнопки выступает Activity. Все сохраним и запустим. Давайте для большего функционала сделаем меню с пунктами очистки полей и выхода из приложения. Пункты будут называться Reset и Quit. Добавим две константы. Это будут ID пунктов меню. И напишем код создания и обработки меню. Сохраним все и запустим. Появилось два пункта меню. Reset очищает все поля, Quit закрывает приложение. В качестве самостоятельной работы вы можете реализовать проверку деления на 0 и выводить какое-нибудь сообщение с помощью toast или прямо в поле результата. Пока на этом все, а на следующем уроке рассмотрим анимацию View компонентов. Всем пока!